Апс. Все живет в моем сердце больном. Очаровательный пес. Замечательная собака. Обратите внимание на морду. На морду. Одна морда чего стоит. Ух! Если на любителя наскочить. За одну морду 200 рублей можно взять. Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете. Я понимаю. Что? Ведь сеттер! Сеттер! Чистокровный английский сеттер! Стойка! Стойка поразительная! А чутье? Нюх! Боже ты мой! Какой нюх! Знаете, сколько я отдал за Милку, когда она была еще щенком? 100 рублей. Дивная собака. Шельма, шельма, Милка. Ух ты, дура. Окей, ко мне. Ко мне. Ко мне. Вот. Ко мне. Ну? Ах ты! Ах ты! Ух ты! Ух ты, разбойник ты мой! Ах ты, песик, песик ты мой! Ну ли никому, никому я тебя не отдам. Ты меня любишь? Скажи, ты меня любишь? Ну? Скажи, ну? Ну, куда? Пошла прочь! Пошла прочь! Грязными лапами на чистый мундир? Да, Кнапс, 150 рублей дал за щенка. Стало быть, было за что. Одно только жаль, охотиться мне некогда. Зря, зря пропадает собака. Талант! Талант свой взрывает! Потому и продаю. Купите, Кнапс, купите! А? Всю жизнь будете благодарны. Ну, если у вас денег мало, извольте, извольте. Я вам уступлю. Давайте. Половина. 50. Грабьте. Нет, голубчик. Будь ваша Милка мужеского пола, я, может быть, и взял бы. А то... Да, как это называется? Милка не мужеского пола? Да. Что с вами? Кнапс! Милка не мужеского пола? Да. А что же она по-вашему? Сука. 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 Хорош. Хорош мальчик.
Он же не может отличить кобеля от суки. Вы не так говорите, словно я слеп. Или ребенок. Конечно, сука. Да вы скоро скажете, что я дама. Нет, Кнапс. Нет. Это настоящий, чистокровный кобель. Да, 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 да. Мало того, любому другому кобелю 10 очков вперед даст. А вы не мужского пола. Простите, Михайлович, да вы меня просто за дурака считаете? Побежу, да? Не надо, не покупай. Вам же не втолкуешь. Да нет. Вы же скоро скажете, что у нее не хвост, а нога. Не надо. Опустела сад. Заснут цветы. Вахромеев! Вахромеев. Коньяку. Опустел наш сад. Никого уж нет. Я хожу один, весь потерянный. Отцвели уж давно хризантемы в саду. А любовь Саду. А хоть бы и женского пола, вам же лучше. Принесет вам щенят, а что не щенок, то и четвертная. И всякий у вас охотно купит. Не понимаю, почему это вам так нравится, кобели? Почему? Суки в 1000 раз приятнее. Все, женский пол, он и признательный, и привязчивый, и... Ну, уж если вы так боитесь женского пола, извольте, 25. Нет, голубчик, ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна. А во-вторых, денег нет. Вот так бы и сказали раньше. Милка, уходи отсюда. Сюда. Уходи. Отцвели уже давно хризантемы в саду.
Один стою. Хороший вы малый, Кнапс. Честный. Честный. Надо. Ах. Жалко мне вас просто так вот отпускать. Жалко. Знаете что? Берите собаку даром. Берите. Нет, голубчик. Не нужно. Не нужно. Черт с вами. Не надо. Не хотите? Не надо. Не надо. Черт с вами. Кнапс, на... Кому бы отдать собаку? Нет ли у вас таких знакомых? Вы видели, собака хорошая, породистая, но она мне решительно не нужна. Не знаю, голубчик. Какие же у меня здесь знакомые? Опустел на сад. Отцели. Вы давно одни. Вы давно. Никого уж нет. Хризантемы. Саду. Послушайте, Кнапс. Послушайте. Опустел на сад. Послушайте, Кнапс. Вы не знаете, здешний живодер собак принимают? Должно быть, принимают. Наверное, не могу сказать. Завтра пошлю ее с Вахрамеевым. Черт с ней. Пусть с нее шкуру сдерут. Собака мерзкая, отвратительная. Мало того, что она нечистоту в комнатах завела, она вчера еще на кухне все мясо сожрала. Подлая. Добро бы порода была хорошая. Так. Помесь дворняжки со свиньей. Отцели. Уже давно хризантемы в саду. Стою. Thank you.
Денис Григорьев. Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии по 141 версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковою гайкою он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли это было, как объясняет Акинфов? Знам было. Хорошо. Ну, а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? Ты мне это свое чабо брось! Отвечай на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку? Кабы не нужна была бы, не отвинчивал бы. А для чего же тебе понадобилась эта гайка? Гайка-то? Так мы из гаек грузил делаем. Кто это? Мы. Кто? Мы. Народ. Как климовские мужики, то есть. Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком! Я чего тут прогрузила, врач? Отродясь не врала, а тут уж вру. Да нечто, ваше благородие, можем без грузила. Ежели ты на живца, али выползка на крючок сажаешь, то нечто разве он пойдет ко дну без грузила-то? Вру. Черт ли в нем в живце-то, ежели он поверх плавать будет. Окунь, щука, налим, то завсегда на донно идет. А та, который поверх плавать будет, тут нечто шуров. Шелешпёр схватит. И то редко. А потом в нашей реке шелешпёр не водится. Это рыба простор любит. Да она... чего ты мне это про шелешпёра рассказываешь? Чего? Так вы же сами меня спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузил ловить. Конечно, который не понимающий, тот и без грузил пойдет ловить. Дураку закон не писан. Так, значит, ты говоришь, что отвинтил эту вот гайку для того, чтобы сделать из нее грузило. А то что ж? Ну не в бабки же играть. Ну ведь для грузила ты же мог взять свинец, пулю, гвоздь какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь. Его уж купить надо. А гвоздик он не годится. Лучше гайки не найти. Она и тяжелая, и под... дыра есть. Дураком ты таким прикидывается. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Ведь не догляди, сторож, поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убила. Ты людей убил бы. Избави, Господи, ваше благородие. А зачем убивать? Зачем убивать? Мы что, не что мы не крещеные, а ли злодеи какие-нибудь? А то есть, она ведь гайка. Да ты пойми, ты пойми, вот гайками, вот этими гайками, рельсы прикрепляются к шпалам. А мы понимаем, А мы не все отвинчиваем. Мы оставляем. Мы понимаем.
прошлом году здесь сошел поезд с рельсов. Теперь понятно, почему. Чего извольте? Я говорю, понятно, почему в прошлом году здесь сошел поезд с рельсов. Я понимаю. На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивицы наши. Вот Господь знал, кому понятие давать. Вот вы и рассудили, что и как, и... А сторож? Без всякого понятия. Хватает тебя за шиворот и тащит. Хватает и тащит. Ты рассуди. Вот... Рассуди, а потом втащи. Сказано мужику, а мужицкий ум. Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил. И в грудь. Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинтил? И когда? Это вы про то, что под красным сундучком лежало? Я не знаю, где она у тебя лежала, мы только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? А я ее не отвинчивал. Мне ее Игнашка, Семен Кривого сын дал. Это та, что под красным сундучком. А ту, что в санях во дворе, это мы вместе с Митрофаном вывинтили. С каким Митрофаном? Петровым. Митрофан Петров. Что, не знаете? Не знаете? Не вода у нас делает. И господам поставляет. Не... Ему много таких гаек надо. Почитай, на каждый невод он на штук 10. Послушай. Статья 1081 «Уложение о наказаниях». Что говорит? Что она говорит? Она говорит. Что за всякое с умыслом причиненное повреждение железной дороги, когда оно подвергает опасности следующий по всей дороге транспорт, и виновный знал, что следствием всего должно быть несчастье. Понимаешь, знал? Знал. А ты не мог не знать, к чему приводит это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке в каторжные работы. Конечно. Вам лучше знать. Мы люди темные. Ну, не что мы понимаем. Все ты понимаешь, это ты врешь, прикидываешься. Зачем врать? Зачем врать?
А вы спросите на деревне, коль не верите. Без грузила только уклейку ловит. А она что хуже пискаря? И то он не пойдет тебе без грузила. Не пойдет. Нет. Ну, ты еще про шелешпера расскажи. Шелешпер в нашей реке не водится. Эта рыба... Мы пущаем. А? Пущаем леску поверх воды на бабочку. Идет голавль. Бабочку. Но редко. Редко. Молчи! Молчи! Мне идти? Нет. Я должен заключить тебя под стражу и отослать в тюрьму. В тюрьму? Мне некогда. Мне надо с Егора... Мне на ярмарку надо с Егора за сало 3 рубля получить. Молчи, не мешай! В тюрьму? За что? За что? Было бы за что, я пошел бы, а то так, это, здорово живешь. И не крал, кажись, и не дрался, и... Ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, так не верьте старости. Не верьте старости, вы господина непременного члена спросите. Креста нет наем, на старости. Молчи, не мешай. Я и так молчу. А что староста в учете набрехал, это я хоть под присягой, хоть под при... Нас три брата. Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь. Эй, Семен, уведи его. Нас три брата. Брат за брата не ответчик. Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай. А ты, Денис, отвечай. Нет, судьи, помер покойный. Генерал, царство ему небесное. А то он показал вам судьи. Надо судить умеючи. Ты хоть высеки, но чтоб за делом, по совести. Судьи! Отцвели уж давно хризантемы в саду. Десятый знакомый говорит мне о женитьбе на Настеньке. Еще взяли? Черт их возьми совсем! Из-за того, что каждый день обедаю Кондрашкин, гуляю с Настенькой. Гуляю только с Настенькой, и одной только букеты и таскаете. Таскаю! Ну и что? Ну что? Нет, пора уже прекратить эти толки. Пора. А то того и гляди, что женит анафеме. Сейчас же объяснюсь этим болваном Кондрашкиным, чтобы не надеялся попусту. Ведь 7 дочек у бедняги. 7. Шутка ли? Хоть одну хочет пристроить? Не выйдет. Не выйдет.
Петр Петрович! Как живем можем? Соскучились? Соскучились, ангел мой. Настенька сейчас придет. Все, музицирует. Отцвели уже давно. Я, собственно говоря, не Настасья Кирилловна. Не Настасья Кирилловна. Да? Да, вам! Мы? Да! Да. Мне обязательно надо поговорить с вами. Да. Кое о чем. Так вот, мне надо поговорить с вами кое о чем. В глаз что-то попало. О чем же вы собираетесь со мной поговорить? А что же вы смущены так, милаш? А? Ой, мужчина, беда мне с вами, с молодежью, беда. Знаю, о чем хотите поговорить. Давно пора. Собственно говоря, некоторым образом. Дело ведь ли в том, что я пришел проститься с вами? Уезжаю завтра. То есть это как вы уезжаете? Очень просто. Вот и все. Ну, позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минут, которые... Позвольте. Я вас не совсем понимаю. Конечно, каждый человек имеет полное право уезжать. Вы можете делать все, что вам угодно, но... Милостивый государь, вы отвиливаете? Не час нас? Я не понимаю. Как же это я отвиливаю? Ходил сюда целое лето. Ел, пил, обнадеживал. Балясы тут с девчонкой от зари до зари точил. И вдруг на тебя. Уезжаю. Не час нас? Я не обнадеживал. Предложений вы не делали, но разве не видно было, к чему клонились все ваши поступки? Каждый день обедал, сносить по целым ночам под ручку, разве спроста все это делается? Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, не чтобы я вас кормил. Я и слушать не желаю. Извольте сейчас же делать предложение, а не то я того... Настасья Кирилловна, милая, хорошая девица. Уважаю ее. И лучше жить для себя не желал бы. Но! Что но? Но! Я... Что? Мы не сошлись характерами, взглядами. Погодите, как в этом и причина? Да. Только-то? Да, душенька ты моя, да разве можно найти такую жену, чтобы она взглядами на мужа была похожа? Ой, молодежь, ой, вот зелень, да? Выкинет такую теорию, чтоб... Ой, даже в жар бросает. Теперь взглядами не сошлись, а поживете немножко, все ваши шероховатости, они сгладятся, мостовая, пока новая, ездить нельзя. А как немного ее пообъездят... И мое почтение. Ну, да, так-то оно так. Но... Что? Что? Недостоин я, Настасья Кирилловна. Достоин! Ты славный малый! Вы не знаете всех моих недостатков. Я беден. Слушай, жалование получаете? Да. Да? Ну и слава богу. Слава богу. Я пьяница. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я ни разу не видел вас выпившим. И разу. А потом молодежь не может не выпить.
Я сам был молод, тоже заливал через кран, нельзя без этого. Но ведь я за поем, знаете? Во мне наследственный порог. Такой розан и вдруг запой, а? Нет, не верю, не верю. Не обманешь, черт, как ему, однако, дочек спикнуть хочется. Что? Мало того, что я запой, господа. Я наделен еще другими пороками. Взятки беру. Милоша, а кто их не берет? Эка, поразила. И кроме того, я просто не имею права жениться до тех пор, пока не узнаю решение своей судьбы. Ну? Я скрывал от вас. Да. Но теперь вы должны все узнать. Ну? Что? Я состою под судом за растрату. Под судом? Ах, не знал этого. Не знал. Действительно, нельзя жениться, пока судьбы своей не узнаешь. Нельзя жениться, пока судьбы своей не... Нельзя. Слушай, а много вы растратили? 144 тысячи! Это же сумма! Сумма! Что делать, Сибирью пахнет! Эта девчонка может не за грош пропасть. Ну что ж, ну, бог с вами! Бог с вами, нечего делать! Так и быть. Ну что же, позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Да я... Никогда не забуду минут, которые... Впрочем, если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь? Что за любовь, если она жертв боится? К тому же ведь Тамбов... Это не Тамбов, а Томская. Томская губерния. Она же благородная. В Сибири, батенька, хорошо живется. Лучше, чем здесь. Я... Сам бы поехал, но у меня семья. Так и быть, так и быть. Ну, женитесь, делайте предложение. Эки, черт несговорчивый. За нечистого готов дочку отдать, только бы с плеч спихнуть. Но это не все. Меня будут судить не только за одну растрату, но и за подлог. Все равно одно наказание. Вы что так громко плюете? Так. Что так? Кирилл Прокопьевич. Что? Кирилл Прокопьевич, послушайте. Я вам еще не все открыл. Ну не заставляйте меня открывать вам то, что составляет тайну всей моей жизни. Страшно вы там. Не желаю я слушать всех ваших страшных тайн. Кирилл Трофимович. Пустяки. Пустяки. Не пустяки. Не пустяки. А я пустяки. Не пустяки, Кирилл Трофимович. Не пустяки. Вот когда вы узнаете, когда вы услышите, кто я. Вот. Я беглый каторжник. Не ожидал? Кого? Кого согрел на груди своей? Уходите! Нет. Уходите! Нет. Ради бога, уходите, чтоб я вас больше не видел! Постойте. А почему вас до сих пор не задержали? Под чужой фамилией живу. Трудно меня задержать! Так, может быть, вы и до самой смерти так проживете, что никто и не узнает, кто вы. Погодите! 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 Постойте! Вы же теперь во всем раскаялись. Да. Вы честный человек. Да, честный. Честный человек. Можете! Можете делать предложение! Послушайте, женитесь, я вам еще не все открыл. Женитесь. Я сумасшедший. А сумасшедшим и безумным брат возбраняется. Не верю. Сумасшедшие не рассуждают так логично. Следовательно, не понимаетесь, так рассуждается. Вам же известно, что сумасшедшие только в определенное время сумасшедствуют, а в остальные часы ничем не отличаются от обыкновенных людей. Не верю, и не говорите. В таком случае я просто вам от врача свидетельство доставлю. Да, свидетельство поверю вам, мне, да, хорош сумасшедший. Не верите? Не верю. Не верите? Нет. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. На, Настенька! Настенька! Настенька!